И сейчас скажем, как спросить дорогу. Як се зептат на цесту? Пардон, зептат на цесту. Так, отазка. Вопрос может быть. Может быть. Просим вас, извините, где є банка? Небо. Проминьте. Или просим вас, пожалуйста, проминьте, извините. Promiňte, nevíte, neznajete, kde je nádraží, neznajete, kde vokzal. Nebo prosím vás, promiňte, hledám univerzitu. Kde je, prosím? Nebo jak se dostanu na hrad? Как дойти на Пражский град? Як се достану на град? Здесь четыре возможности. А отповедь, то знамена инструкция, může být. To je blízko. Je to blízko. Musíte jít. Rovně. A potom první nebo druhou ulici, например, доправа. Это близко. Вы должны идти прямо, ровне. И потом первую или вторую улицу вправо. Доправа. Так. To znamená například, tady jsou ulice a já jsem tady a co? Například banka je tady a já jdu rovně a první ulice, druhá ulice, druhou ulici doprava, jo? Nebo to je daleko. Musíte jet metrem. Je to stanice Malostranská. Это далеко. Вы должны ехать на метро. Это станция Малостранская. Ну, также мусите, вы должны. Я треба.
Конечно, эти слова не эти слова только основные. Есть больше способов и возможностей, как сказать, куда нужно идти или как. Ну, если просто сказать, это может быть так. Хорошо. И сейчас посмотрим на что. Немножко, может быть, хорошо будет упражнять. Но это будет следующее видео.